Рики, слышишь? Я тут отскочу ненадолго. Надо, чтобы ты меня отмазала, а то Шиза начнет волноваться, чего это я не дежурю по болоту. Ну, слышу. А что такое? Да бухарь тут... Не знаю, депра у него прям реальная. У Эйти спроси. А я вроде придумал, чем его порадовать. А что придумал-то? Да, наверное, сгоняю к нашей берлоге на гору Олири. Пригоню ему его байк. А пешком недалековато будет? Я что-нибудь придумаю. Ты меня отмажешь? Ну да. Спасибо. Конец связи. Привет, Рики. Ты кого-нибудь за ним послала? Ага. Он внезапно стал очень сговорчивым. Видать, наши ребята подоспели к нему как раз перед фриками и предложили: расскажи, где зерно, или оставайся тут. Да уж, странно. Знаешь, я бросил бы его гнить там. Ну, сам знаешь, что Железный Майк сказал бы. Да-да-да, знаю. Пока, Рики. О, Брайан, я у одного из маяков, у Кэмп Крик. А тут ничего нет. Подожди. Ну что, ты готов? Только давай не как в прошлый раз, понял? Но человек скоро прибудет. Ты знаешь, что делать? Конец связи. Да, знаю. Постараться, чтобы меня не подстрелили, пока я тут для тебя шпионю. Конец связи. Что там стряслось-то? У тебя в тот раз был такой голос, будто ты сейчас обоссышься. Ничего, я тебе сказал. Есть люди повыше меня, которые хотят скрыть от нас, что происходит. Я чуть не спалился. Знаешь что, да мне плевать. Мне тебе нужно только одно, узнать, где Сара Уит. Уитакер, я поручил это одному человеку. Но нужно время. Тебе придется набраться терпения. Да? Как будто у меня есть выбор. Конец связи. Эта группа не из моего подразделения, так что я не смогу их отследить. Надо... Поставить на вертолет маячок. Я догадался. А еще пошпионить за чуваком в скафандре. Больше ничего не надо? Надо. Постарайся не нарваться на пулю. Ты рацию не выключил. Это же все не любопытство ради. Считаю, это сбор информации о противнике. Конец связи. Ну, называй как хочешь, но это я здесь рискую своей шкурой. Все тихо. Все тихо. Периметр установлен? Ну, можете работать. Скоро. Тебе лишь бы пожрать. Капец,
пригодится. Обедать, когда на базу вернемся. Как думаешь, долго еще? А я откуда знаю? Как он закончит, так и с вами. Который час? У тебя что, приборы полетели? Ну и холодрыга. Заметка номер 2068. Еще одна особь, чья морфология соответствует второй стадии. Сухожилия в руках и пальцах не так стянуты, ногти не столь когтевидные, как будто их обгрызли. На особи есть ювелирные украшения и одежда, которая не так сильно изношена, как... Извините, я нечаянно подслушал. А, наш биолог с автоматом. Да, типа того. Значит, на нем украшения. А почему это важно? Эти существа пробыли здесь 2 года, царапая и калеча нас и друг друга. И? Нацепи золотые часы на бабуина, отпусти его на волю и посмотри, что будет через 2 года. Ладно, ладно, я вас понял. Часы на вид новые. Правда, значит? Значит, либо эта особь хорошо о них заботилась, либо только недавно... Недавно их надела. Охренеть. Я думал, они все, ну... Полоумные? Ну, да. Но, как у некоторых пациентов с запущенным маразмом бывают моменты просветления, так и жертвы второй стадии вируса сохраняют какую-то остаточную память. Серьезно? Серьезно. Посмотри на его одежду. Она... Почти чистая, верно? Ну, не чистая, но обычно фрики измазаны в дерьме и моче. Да, отвратительно. Ну, опять же, надень штаны на бабуины и подожди 2 года. Господи. Ты не задумывался, почему фриков больше в тех местах, где живут люди? Я об этом не думал. Но, да, действительно. Да. Вытяшел. Сохранилось что-то, что помнит, кем они были. Господи, вы думаете, они осознают? Нет, не делали фотографии. Их мозг, считай, мертв. По человеческим меркам. Что это значит? Не знаю. Это мы и должны выяснить. Ну, это означает, что некоторые фрики просыпаются поутру, принимают душ, одеваются, цепляют на руку любимые часы, целуют жену, выходят из дома и начинают весело нас пожирать. Гадя под себя. Нахрена они вообще тратят на это время? Фух, надеюсь, О'Брайен все получил. Так, а теперь надо быстрее сваливать. О'Брайен, ты на связи? О'Брайен! Подожди. Да, я здесь. Я поставил маячок и скачал данные. Специалист был мужчина или женщина? Чё? Какая разница? Мужчина или женщина? А, женщина? Извини, имени я не узнал. Ладно, еще поговорим. Конец связи. Это что? Говорят, ты выследил Эрика Линча. Да, Майк, я его нашел. Спасибо, что не убил его. Мы проведем разбирательство, у него будет шанс рассказать, как все было. Ага, очень мило. Жаль, у Кэмпбелла и Рида такого шанса не будет. Ничего, там будет кому за них высказаться. И у нас есть свидетели.
Мы всегда так поступаем, Дик. Дайте его мне, и через 5 минут получите признание. Спасибо. Мы лучше сами. Конец связи. Бухарь, слышишь меня? Да, Дик. Как дела, брат? Как всегда. Ты все гоняешься за вертолетами? Ага. Так чем они там занимаются? Без понятия. Вроде все, как у Брайана сказал. Нера проводит полевые исследования и изучает фриков. Зачем, не знаю. Черт, мне надо идти. Заходил Шизо, сказал, сегодня буду разгребать дерьмо. Пусть сам дерьма поест. Да, я ему передам. Бывай. Как оно? Я просто смотрю. Ну, все. Ладно, ладно. Сейчас заправим. Лады. Попали. Если что нужно, скажи. Запчасти для байка. Я был в классе, когда... Сейчас открою. Я работал в колледже Тиму. Thank you.
нему! Перезарядить. Есть. Есть. Себе. Отнесу в какой-нибудь лагерь. Лом. Эй, смотри-ка сюда. Ни хрена себе. Ты вернулся за моим байком? Ну, просто не оставлять же его Коупу. Блин, Дик. Ну, я пригнал его ради запчастей. Тебе-то он явно не понадобится. Черт. Спасибо. Как же я скучаю.
по свободе дороги. Твою ж мать. Дик, Эдди просила передать, она заплатила ребятам, чтобы они сгоняли за твоим байком. Забери у механиков. Забрать что? И не благодари. Конец связи. Пару недель назад мы с парнями сожгли гнездо. Ну, гнездо фриков. Или как там было? Оттуда вышла их баба. Пока все. Банши, что ли? Вот не зря их так называют. Своими воплями она собрала целую орду. Пришлось уносить ноги. Ух, какой ужас. Вот почему я за весь год ни разу отсюда не вышел. В этом одище ничего хорошего. Одни только беды. Смотри, кто-то принес оленину. Дик, приехали какие-то люди. Обстреляли ворота. Мы их не пустили, они уехали. Дерьмо. В какую сторону? Они поехали на запад, но не очень далеко. Устроили лагерь к северу от Иден-Хилл. Я думаю, что они еще вернутся. Прошу тебя, разберись. Ага, ладно. Да, я займусь. Спасибо, Дик. Что-то нужно? Я просто смотрю. Дик, у тебя пустой бак. Топливо нужно? Я заправлю. Байк совсем раздолбан. Ну все. Вообще не пашет. Попали. Ну да, ладно. До встречи. Привет. Чем могу помочь? Отлично. Ага. Ладно. Еще увидимся. Я работала в обществе защиты животных. У нас был маленький Погоди. Офис и вольер для собак за пределами Систерс. Собак было около сотни. Черт! Сент-Джон! Марк Коупленд вызывает Дика на Сент-Джона. Коуп, что там у тебя? Да
так, ничего. У меня ребята на днях забрели на гору Олири. Говорят, убежище какое-то нашли на старой егерской вышке. Да что ты? Да, они сами мне рассказали. Убежище вроде брошенное, но странная штука. Там чей-то байк без призора брошен. И хороший, говорят, байк-то целехонький. Да ну? Ну да. Ну и это не самое интересное. Самое интересное, они сегодня туда вернулись за этим байком, а байка нет. Удивительное дело. Коуп, занятно с тобой поболтать, но... Нет, погоди. Вот что действительно занятно. Они клянутся, что этот байк был очень похож на тот, на котором гонял Гух. Короче, я тебя правильно понял? Вы, значит, заявились на гору Олири, нашли там вроде как байк Бухаря. И первое, что пришло вам в голову, а давайте-ка его сопрем. Возьмем на хранение, Дик, на хранение. Но нет, об этом я подумал во вторую очередь. А первой моей мыслью было, а куда делся старина Бухарь? Мы не говорим давно, я не видел. Ну, если встречу, передам, как ты по нему скучаешь. Конец связи. Да, Эдди, говори. Как будет возможность, заскочи в лазарет. Случилось что? Нет, просто надо поговорить. А, ладно, понял. Как тебе? Рики, я Уидон Хилл. Да, наши намады еще здесь. Ты справишься? Ну, скоро мы это узнаем. Конец связи. Приканы! Okay.
ты. Еще трофеи. Так, господа, думали, можно просто прийти пострелять. Да, пора бы уже и на выход. Кто здесь? Да ладно, вы можете лучше. Сколько вас там еще? Это все? Нет, не совсем. Да. Кажется, это все. Так, надо связаться с Рикей, рассказать ей. Дикон, как прошло? Нормально. Больше они никого не пристрелят. Ух, слава богу. Я сообщу Железному Майку. Слушай, продолжай в том же духе, и скоро вы с ним будете лучшими друзьями. Пока, Дик. Тут кто-то ходит.
хорошо. Пригодится. Ник, ты выследил этих ребят, которые обстреляли ворота и уехали? Привет, Майк. Да, я их нашел. Они больше не вернутся. Что-то все идет под откос. Бандитов и намазов все больше. И вагину присутствующих. Я не обидился. Да, все и правда идет под откос. Не знаю, Майк. Помнишь, ты рассказывал, как сюда валили туристы из Калифорнии? Если бы у меня был выбор, я бы тоже предпочел оказаться здесь, а не там. Да, ты прав. До встречи, Ник. Отбой. Неделю назад мы ехали на запад. Дикон, на секунду. Как Уильям? Давно его не видно. Как бухарь, да как и все, выживает. Ну, значит, получше многих. Да. Слушай, ты приглядывай за ним. В смысле? Ну, потерять руку — это серьезно. У него жизнь перевернулась. Ну, это была так себе жизнь. Ты давай его уж прямо друг. Скажем. Единственный. Все с ним нормально. Жить будет. Привет. Я ищу кое-что. Много топлива жрет, да? Прокачать всегда стоит. Пока, Дик. Привет. Рада видеть. Как дела, Блэр? Ну, ладно.
Еще увидимся. О, погоди, я открою. Рики, хорошо, заеду к вам. Конец связи. Как нарочно! Да, к нему! У нас потери! Попали! Нормально. Всегда пригодится.